Всем привет! Вновь в Сочи. Сейчас, походу, начнется вон тот дождь, и нужно до него успеть. Как я обещал, продолжаю выкладывать обзоры трасс. На очереди будет трасса синего цвета, будет называться Медвежий угол. Но для того, чтобы до нее доехать, нужно проехать зеленую трассу. Но вместо того, чтобы ехать по зеленой, вот она, я поеду по черной. Надеюсь, ребят, я успею погнать по ходу. Кстати, не забывайте подписываться на Инстаграм, потому что там намного больше материалов я успеваю выкладывать. Потому что монтировать, ну, честно говоря, в сезон крайне проблематично, я просто физически не успеваю, поэтому в описании и внизу здесь будет ссылочка на Инстаграм. Погнали! Левый поворот, степ-даун, баник, правый огромный поворот, на срезочку, баник на шоры. Эх, не успеваю, ребята, погнать. Вот здесь выход, поэтому нужно обязательно смотреть, чтобы никого не упереться. Пока это еще зеленая трасса, проеду кусочек за ребятами, потом, я думаю, их удастся объехать. Так зато даже видно лучше, ваш трасса все-таки такого начального уровня, подходит абсолютно всем, ну, фактически с любым уровнем катания, кто хоть как-то и где-то катался вниз, там в Москве, под Москвой, неважно, она будет достаточно удобной. Так, ребята ехали на столовую, походу, а я поеду сюда, пересекаем канатку и выезжаем как бы в соседний лес. Здесь можно поиграться с земляными кучами, пока еще зеленая, но она как бы и зеленая, и синяя, с минимальным уклоном, с огромными поворотами. А вот здесь уже чуть дальше, чуть-чуть крутану, пока еще серовато. Вот здесь она разошлась. Здесь синяя пошла, а налево ушла зеленая. Прыжок, такой дертик, впрыг, правый поворот. Огромный левый. На больших ходах впрыг еще раз правый. Волны. Хорошая трасса. Ух, был вжух. Прям почти стихами. Переделанная трасса, она давно здесь существует, но в этом году ее видоизменили. Здесь есть съезд еще на одну трассу вправо, чуть позже я покажу. Небольшой вылет. Налево туда пошла зеленая трасса, она параллельно идет, более пологая. Это такая более техничная. Хорошие повороты. Новый участок, первый трамплин. Метров, наверное, 5, может быть, еще один. Вот это нужно быть аккуратным, перелетается. Вух! Взорвал поворотик. Здесь я подрежу повороты. Маленький стол. Небольшую паузу возьму в разговоре, так как передняя. Так как здесь особо рассказывать нечего, можно просто посмотреть до выезда, по крайней мере, под канаткой. Немного правил про катание в парке. Здесь есть пересечение трасс, поэтому действует правило: кто выше, тот и пропускает. То есть я сейчас ехал трассу выше, поэтому я посмотрел налево, нет ли там никого. Ну и вообще нужно соблюдать безопасность. На самом деле не важно, где вы едете. Если вы видите, что другой человек вас не видит, пропустите. Это как на дороге, потому что это будет значительно безопаснее. Так, мы выехали, вернулись в старый лес, скажем так. Небольшой трамплин. Хороший трамплинчик, очень нравится мне. Он сразу переходит в поворот. Здесь пошире. Перетормозил слегка.
попробуем сделать серф. Эх, не дотянул. Резкое торможение. Старайтесь тормозить эффективно. То есть не тормозите все время, иначе будете перегревать тормоза. Нужно делать эффективные и резкие нажатия. То есть вот, например, здесь нажал и здесь нажал. Перенажал немного. Пытаюсь показать. Здесь чуть-чуть в горку, буквально пару метров. А этот поворот здесь все время заднее колесо подлизывает. Из-за того, что камни полого стоят. Прыгнем в стенку. Пошире тоже возьму. Смотрите сюда на выход из поворота, чтобы вы увидели, куда вы едете. В повороте старайтесь уже не тормозить, то есть все торможение происходит до поворота. А поворот нужно прокачивать, представляя, что это бочка, которая просто лежит боком, как будто это на памп-треке. И тогда будет намного проще. Так, мы перескакиваемся с трейлом Барсучи, смотрим, что никого нет. Выезжаем на Крым. Ходовой участок. Черная трасса осталась над нами. Еще один разворот. Если поехать прямо, то выйдем на дроп и финишный трамплин. Но мы по классическому маршруту с поворотами. И еще один правый. Успел до дождя. Но может быть он и не пойдет, кстати. Вот такая вот синяя трасса, переделанная, интересная, долгая, кстати говоря, но хорошая, мне она нравится. Очень круто подходит для тех, кто немного еще катает в горах. Ну, а вы на самом деле не забывайте подписываться на канал, ставьте уведомления, чтобы видеть видео. В общем, всем пока!